Всем привет! С вами на связи Владислав Никитин и сайт www.abisap.com. Сегодня мы выясняем, что делать, если пропал значок громкости. На самом деле для этого достаточно знать, как перезапустить или перезагрузить проводник. Но для начала нужно выполнить два действия. Сначала выясним, включена ли функция отображения значка на панели задач. Для этого нажимаем «Пуск», «Панель управления». В поиске «Панель управления» выбираем слово «Значки». В появившемся меню нажимаем «Значки области уведомлений». И видим, что громкость, то есть отображение громкости в области панели задач у нас включено. Это первый шаг, который мы проверили. Закрываем. Второе, что нам необходимо проверить, это включен ли системный значок звука. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши в области трея где-нибудь на свободном месте. Правой кнопкой мыши и жмем «Свойства». И в появившемся окне мы видим, что отображение значка громкость у нас включена. Тем самым мы исключили эти два момента. Если вышеуказанные способы решения данного вопроса вам не помогли, то нам понадобится перезапустить проводник. Первый способ. Для этого нажимаем Ctrl-Shift-Escape и запускаем диспетчер задач. Во вкладке «Процессы» находим процесс Explorer.exe. Вот он. И завершаем его. Нажимаем правой кнопкой «Завершить процесс». Соглашаемся. И видим то, что у нас пропал рабочий стол. Для того, чтобы перезапустить, мы нажимаем «Файл», «Новая задача». Ну, я уже заранее ввел «Explorer.exe» и нажимаем «Ок». Тем самым мы перезапустили проводник. Обычно данная процедура помогает решить вопрос пропажи значка громкости. Второй способ более простой и поможет он в том случае, если нет голубого экрана, то есть когда мы видим рабочий стол, как сейчас. То есть для этого нам нужно запустить bat файл. Я заранее его уже подготовил, вот он, где в нем прописано команда. Данный файл будет для скачивания доступен на моем сайте www.abisap.com в статье «Что делать, если пропал значок громкости». То есть мы два раза щелкаем на этом значке, на этой команде, и как видите, произошел перезапуск проводника. Обычно все выше описанные процедуры помогают устранить эту проблему. Теперь вы обладаете знаниями системных администраторов, и вопрос, куда пропал значок громкости, надеюсь, у вас больше не вызовет затруднений. Спасибо за внимание. Всего доброго.